В коллекции «Города мира» из космоса теперь есть фотография и казахстанского ЖСКазгана. В Караганде традиционно встретили космонавтов, командир экипажа корабля «Союз МС-02» Сергей Рыжиков знаменит необычными снимками из космоса. Напомню, накануне космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу вернулись из длительной экспедиции. В космическом полете они находились почти полгода. В российскую программу научных исследований входило более 50 экспериментов. К сожалению, вырастить перец в невесомости не получилось. Как рассказали космонавты, не было доставлено специальное оборудование. Зато удалось начать эксперимент по управлению самоходными аппаратами прямо с орбиты. Эксперимент, который касался дистанционного управления с борта Международной космической станции сложной техники на Земле, он не закончился, он продолжает проводиться. И вот именно вот этот конкретный, очень интересный для нас этап будет продолжаться уже без нас, с новыми членами экипажа.